Грейвк, в общем-то, совершенно ни о чем. Притом, когда пытался поставить разрешение 1920 на 1200, стал тормозить. Просто безбожно, как кризис не тормозит. Оригинальный прикол этой игры в том, что появляется значок в каких-то местах, вот такой. Жмешь, и тачки, которые едут впереди, капец. Ну, не всегда, конечно. После шифта, конечно, смотреть вообще не на что. Да и Flatout тоже значительно круче, в принципе. В общем, проходная достаточно игра. Для тех, кто не играет, не имеет игрового опыта, она может и прокатит. Кто недавно, так сказать, приобщился к компьютерным играм. Было бы интереснее, если было как в реальной жизни, всего лишь одна попытка. Один раз так врезался, и все. Ну, в общем, не рекомендую.